Друзья, всем привет! И мы продолжаем приключения нашего любимца Хэнка. Хэнк, вставай, тебя ждут великие дела. Итак, давайте-ка, друзья, первым делом отведем ее в туалет. Пусть пока делает свои дела. Ой, офигенный ты. Итак, друзья, в прошлой части купили мы ему вот эту замечательную гавайскую рубашку и вот эту замечательную шапку из шариков. Посмотрите, как здорово, прикольно это все выглядит. И давайте-ка, друзья, его помоем. Ну, вроде бы он не очень грязный, но тем не менее, чтобы был чище, вот так здорово трем-трем-трем и смываем. Итак, друзья, очень спасибо за ваши лайки, комментарии, советы. И очень просил передать привет, и мы это исполняем. Передаем большущий-большущий привет от нашего любимца Хэнка, Димке Диме. Димка, Дима, большущий-большущий тебе привет от нашего любимца Хэнка. Здорово. Ну, а сейчас, друзья, давайте-ка его покормим. Ой, ну зачем ты кушаешь свою руку, Хэнк? Давай-ка мы тебе дадим какую-то вкусняшку. Вот тебе картошка фри, вот тебе вот этот гамбургер. Давай-ка посмотрим, что еще тебе. И вот кусочек пиццы. Вот, ну что будешь кушать? А ну-ка проверим. На что он лучше реагирует? Давайте-ка, друзья, проверим. Ой, по-моему, друзья, на гамбургер он наилучше действует. А ну еще раз проверим. И на пиццу довольно-таки хорошо. Ну хорошо. Итак, летит самолет прямо в рот. Здорово. Здорово, друзья. Очень хорошо скушал наш Хэнк вот этот кусочек пиццы. Ну а теперь, друзья, давайте-ка мы его переоденем. Итак, заведем вот в комнату. Заведем в комнату. И давайте-ка, друзья, что-то интересное ему купим. Итак, давайте-ка посмотрим. Вот такую вот замечательную гавайскую рубашку купили мы в прошлой части. А сегодня, друзья, давайте-ка посмотрим, что же мы сегодня ему купим. А давайте-ка, друзья, купим вот это смокинг. И еще какую-то классную шляпку. Посмотрим, что здесь есть. Есть вот такая шляпа акула. Шапка тигра. Очки пилота. Ох, ничего себе, друзья. Посмотрите, как здорово выглядит наш Хэнк. Шапка волшебника. Корона. Корона. И в короне очень здорово. Что я скажу, друзья? Давайте-ка мы сегодня купим ему вот эту корону. Здорово, здорово. А ну-ка, как он выглядит? Ой, друзья, посмотрите, как здорово, как она ему идет. Очень красиво. Очень замечательно. Очень хорошо. Отлично, очень красиво. Вот такая вот забавная корона у нашего Хэнка. Ну что, друзья, отлично, отлично. Ну, а сейчас давайте-ка мы пойдем на остров. Посмотрим, что же там интересненького. Итак, давайте-ка мы пойдем сначала на пляж. Так, обновим игрушки. Хотя давайте-ка сначала положим что-то из продуктов. Так, давайте-ка мы положим какую-то необычную вкусняшку. И давайте пусть это будет вот. Вот эти суши. Вот так. Замечательно. Итак, обновляем феромонами. Посмотрим, что из этого получится. Если ничего нового не будет, тогда, друзья, будем с вами искать. Будем с вами другие продукты. Или игрушки менять. Так, вот попал к нам лев. Друзья, давайте-ка посмотрим, было ли у нас такое фото. Да, здорово. Попалось редкие животные. Вот видите, лев. Очень приятно. Кроме того, есть вот еще тюлень, а это морж. Вот, смотрите, как неудивительно, но очень хорошее начало фотосессии. Два редких животных очень здорово попали. Замечательно, друзья. Очень неожиданно, очень хорошо. Потому что этих двух животных очень трудно нам искать, потому что множество редких животных мы уже собрали. Вот, смотрите, как здорово, еще лев на боку тут нам попал. Вот, смотрите, как замечательно. Второе фото редкое. Кроме того, еще попала вот эта редкая птица. Давайте-ка мы ее увеличим. Птица Додо. Вот, видите, друзья, как замечательно. Очень приятно, очень здорово. Кроме того, еще попала вот эта замечательная пума. Черная пантера. Отлично, отлично, отлично. Очень неожиданно для меня, друзья, очень хорошо прошла фотосессия. Вы видите, сколько редких животных сразу же попало на простые игрушки.
то, что хорошо подобрали продукты и хорошо подобрали игрушки. Итак, смотрим, что же у нас здесь еще интересного есть. Ну, больше, друзья, возможно, кроме вот этого забавного моржа, больше ничего нет. Ну, тоже очень хорошо. Редкое фото. Вот видите. Вот, здорово. Итак, выиграли 10 кристалликов. И еще давайте-ка, друзья, проверим вот этого крокодила-зубилку. Вот, смотрите, друзья, как замечательно. Два редких животных. Очень-очень приятно. Очень-очень здорово. То есть начало фотосессии очень, друзья, меня радует. Потому что из 121 животного 121 уже собрано. Осталось только выбрать, друзья, призы за разных животных. Вот, здорово. Итак, мы поймали вот эту забавную пуму. Пантеру. Все время пантеру с пумой. И ты, друзья, вот видите, как замечательно. Кроме того, вот есть у нас вот этот рысь. Давайте-ка мы ее проверим. Ага, было такое фото. Но тем не менее, друзья, очень-очень хорошо проходит фотосессии. Пока попадают редкие животные, давайте-ка будем фотографировать. Если же сейчас не будет, будем менять, друзья, игрушки. Пока у нас на вот это суши очень здорово все пошло. Так, ну что я вижу? В принципе, друзья, все. Пока нет уже редких животных. Ну что, давайте тогда менять игрушки. Давайте-ка мы заменим вот эту качельку. Вот на этот диван. Замечательно. И еще займемся заменой вот этих игрушек. Итак, заменим игрушки на вот эту установку. Хорошо. Вот этот магнитофон мы тоже заменим. А магнитофон мы заменим на... Давайте-ка мы заменим вот эту качельку. Да. Очень хорошо. Так, вот этот батутик мы тоже, друзья, давайте-ка заменим. Вот заменим-ка мы, давайте-ка его на вот эту шляпу, отлично. И вот эту подушку мы тоже заменим, заменим. Давайте-ка мы заменим на вот этот вентилятор. Здорово, очень хорошо, друзья. Вот так, и давайте-ка сейчас обновим феромонами, посмотрим, что из этого получится. Сможем ли мы вычислить каких-то новых редких животных? Отлично, друзья. Смотрим. И что из этого у нас получится? Так, кого мы смогли привлечь? Вот. Но, к сожалению, я тут новых животных не вижу. Давайте-ка вот этого пингвина Франта проверим. Вот, видите, как друзья, здорово. Попался нам такие редкие животные. Пингвин Франт. Вот. Белый тигр, к сожалению, у нас, по-моему, уже весь все фотографии собраны. Ну, и давайте-ка сделаем контрольную проверку. Итак, еще раз выпустим феромоны. Если ничего не будет, друзья, тогда мы перейдем с вами к водопадам или огненному плату. Так, что здесь у нас? Да, здорово. Смотрите, друзья, как замечательно. Итак, попалась черная пантера. Редкое фото. Очень приятно. И кроме черной пантеры еще попался вот этот замечательный лев. Тоже редкие животные. Вот, видите, как чудесно. Ага, и еще вот эта птица Додо попала к нам. Вот, ага, к сожалению, она уже была. Но ничего, все равно очень чудесное фото. Очень хорошо, друзья, проходит фотосессия. Даже одно редкое животное, это на нашем уровне, это большая удача. Итак, друзья, фотографируем, пробуем. Еще, о, здорово, друзья. Итак, попался у нас крокодил Всезнайка. Смотрите, какое хорошее фото. Это крокодил-зубрилка, вернее. Отлично. Очень приятно, очень здорово. Кстати, а что это у нас вот эти тюлени здесь делаются? Они одинаковые или нет? Давайте-ка проверим. Серый туннель, готовое фото. А вот это что за тюлень? Это гренландский тюлень тоже, видите? И тот у нас собраны, что просто на одной фотографии два тюленя было удивительно. Итак, ну что, друзья, последний раз обновляю. Если нету новых животных, переходим в другие локации. Итак, смотрим, что же тут происходит. Так, вот, здорово. Итак, сверху на диване появилась птица Додо. Давайте-ка мы ее немножко вот так увеличим. Отлично. И сфотографируем.
Вот как приятно, друзья. Вот видите? Здорово. Каждая птичка, каждая фотография, это здорово. А ну-ка, давай-ка мы тебя еще вот этого чудесного пингвина Франта сфотографируем. Вот, вот как замечательно, как хорошо проходит фотосессия, друзья. Вот, кроме того, еще приз 10 кристаллов. А как насчет тебя, леопард? Ага, был он у нас такой. Хорошо, друзья. Итак, обновляем феромоны. Очень, друзья, хорошо проходит фотосессия. Множество редких животных к нам попадает, что очень приятно. Так, смотрим, что же тут происходит. Ага, вот, смотрите, друзья, как замечательно. Итак, попал к нам вот этот замечательный морж. Вот очередное фото. И, друзья, мы сейчас получим награду. Итак, фотосессия со львом может быть закончена. Да, здорово. Итак, мы собрали все фотки со львом. У нас награда 20 кристаллов. Очень приятно, очень здорово. Хорошо. А как насчет тебя, лиса красавица? По-моему, тоже уже все фото собраны. Ну, не могу точно сказать. Итак, друзья, очень здорово все происходит. Льва мы уже закрыли. Еще бы закрыть пантеру. Вообще было бы чудесно. Ну, посмотрим, какой животный к нам сейчас попадет. Итак, смотрим. Ага, вот, здорово. Попался у нас вот этот морж. Отлично, смотрите, как здорово. Ага, и вот, чудесно, сверху вот этот пингвин Франт, тоже редкое фото. Ага, был он, к сожалению. Но, тем не менее, очень замечательно, очень все хорошо прошло. Каждое животное редкое, это большая удача для нас. Итак, друзья, посмотрим, что же еще поменяется. Обновляем феромоны. Игрушки. И вот, да, вот поймали мы опять-таки необычную вот эту птичку Додо. Очередное фото редкое. Хорошо, что-то сегодня у нас эта птичка довольно-таки здорово пошла. Еще провинируем вот этого пингвина Франта. Вот, видите, как замечательно. Неожиданно, тем не менее, очень-очень хорошо проходит, друзья, фотосессия. Хотя мы, по сути, не двигаемся с места, но каждое редкое животное – это большая удача. Так, вот. Оказался у нас лев на диване, но уже нам лев и не нужен. Ну вот, друзья, пока нет других животных, давайте-ка мы перейдем уже с вами в другую локацию. Давайте-ка мы с вами перейдем вот к водопаду. Посмотрим, что здесь происходит. А здесь у нас... Вот только вот эта забавная газель. Давайте-ка мы ее проверим. Это у нас антилопа. Есть такое фото. Ну что, друзья, давайте-ка мы положим что-то из продуктов. Вот, давайте-ка положим вот эти грибочки. Вот сегодня, сейчас. Отлично. Обновим феромонами. И посмотрим, что из этого получится, друзья. Итак, обновляем. И смотрим, что же у нас сейчас, друзья, получится. Так, какое редкое животное мы сможем поймать? Ага, вот, очень редкий зайка, который кролик-весельчак, ну, к сожалению, такой уже у нас есть. Так, как насчет тебя, Афраёж? Особые животные, но все фото уже собраны. То есть за него мы приз получили, такого фото, конечно, у нас не было. Так, вот, как насчет тебя, тукан? Тоже уже собран. Ну что, друзья, здесь либо менять игрушки, либо переходить к полненному плату. Итак, давайте-ка я разок обновлю. Если не будет новых животных, тогда переходим к полненному плату. Так, какие же животные к нам появятся? Ага, вот, попалось вот это редкое животное. Попугай. Это у нас черный какаду, но он уже у нас был. Вот такое фото. Как насчет тебя, Свинтус? Ага, тоже был. То есть, друзья, здесь я чувствую, нужно менять фотографии. Тут здесь ничего не будет. Давайте-ка мы проверим вот эту совушку. Вот, видите, и здесь все у нас. Дубликаты, одни дубликаты. Проверим вот эту пандочку. Вот, как замечательно. Смотрите, друзья, как неудивительно. Удалось таки нам редкие животные сфотографировать. По-моему, кабанелла уже у нас все собрано, да. Да, друзья, видите? Здорово.
Ну что здесь скажу, давайте-ка мы обнуем феромонами и переместимся с вами на огненные плато. Попробуем там каких-то редких животных половить. Так, и что же здесь у нас? Так, ну здесь однозначно, друзья, нужно менять игрушки. Так, нужно менять игрушки. Ну это уже возможно, друзья, позже. Давайте-ка пока перейдем с вами на огненные плато. Давайте-ка здесь посмотрим, что происходит. Возможно, здесь, друзья, мы поменяем игрушки. Вот, смотрите, как здорово. Попался вот такой вот редкий пеликан. Вот, очень-очень хорошо. Редкая фото, замечательно. Кто здесь у нас? По-моему, шимпанзе, астронавт мы уже собрали все. Да, 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 друзья, уже собраны все фото. Получен приз. И еще вот давайте-ка мы проверим вот этого забавного тюленя. Отлично, друзья, одного фото не хватает, и уже будет у нас приз. Ну что, друзья, давайте-ка тогда мы вот положим что-то из продуктов. Давайте-ка мы сюда положим. Давайте-ка мы сюда положим. А давайте-ка, друзья, мы сюда положим ананас. Вот так. Хорошо. И обновим феромонами. Посмотрим, что из этого получится. Итак, друзья, смотрим. Насколько все это изменится. И какие животные у нас появятся. Вот. Появился у нас вот такой вот крокодил-гладиатор. Давайте-ка проверим его. Но, к сожалению, такой уже крокодил у нас был. Ничего тогда нового у нас не получилось. Давайте-ка мы еще вот эту черепаху проверим. Пляжная черепаха. Ага, была она у нас. И еще проверим вот эту турбо-черепаху. Вот, тоже были у нас вот эти уже животные. Значит, друзья, пора менять игрушки. Так, еще раз обновим феромонами. Если не поможем, поможет, друзья, будем менять игрушки. Так, вот, появилась морская черепаха. Давайте-ка мы ее сфотографируем. Вот, смотрите, как, друзья, чудесно. Кроме того, еще появился вот этот забавный аллигатор. Ну, по-моему, мы его на вот этом глобусе уже фотографировали. Да, было такое фото. Было такое фото. Друзья, давайте-ка посмотрим, что тут еще интересного. А вот этот забавный пеликан был у нас. Ну вот. Вот значит, друзья, давайте-ка проверим вот еще вот эту турбо-черепаху и будем менять игрушки. Ну вот, видите, не подходит. Значит, давайте-ка мы с вами будем и менять игрушки. Так, давайте-ка мы поменяем вот этот излучатель на что-то новенькое. Вот, давайте-ка поменяем на вот эту палатку из матрасов. А вот эту машинку мы поменяем на газонокосилку. Вот так, замечательно. Кроме того, еще поменяем игрушки. Вот, футбольный мяч. Вот так. Глобус мы поменяем на кресло-качалку. А вот этот мяч волейбольный мы поменяем на вот этот лампу. Здорово. Отлично, друзья. Так, жмем кнопочку «Готово» и выпускаем феромоны. И посмотрим, что, друзья, из этого получится. Вот так. Замечательно, замечательно. Итак, смотрим, друзья, как это все у нас изменится. Ага, вот появился у нас старина еж. Появился вот этот забавный пеликан. Вот видите, друзья, ох, очень чудесно проходит фотосессия. Множество редких животных. Так, старина еж, по-моему, уже, друзья, у нас фотографирован. Вот видите, друзья, здорово. Турбо-черепаху мы таки вычислили. Старина еж, насколько я помню, уже все фото собраны. Ну, давайте-ка. Ну, смысла уже нету, но тем не менее. Хорошо сфотографировали. Так, ну что, друзья, давайте-ка тогда я буду еще обновлю феромонами. Посмотрим, как это все изменится. Возможно, друзья, нужно более продукты какие-то другие. Так, что тут у нас поменялось? Вот, появилась у нас вот эта забавная пляжная черепаха. Вот новые фото. Вот видите, как здорово, друзья. Замечательно. Ну что я скажу, давайте-ка мы попробуем поменять продукт. Возможно, от смены продукта очень все поменяется. Давайте-ка мы возьмем сюда суши. Вот так. И сейчас изменим.
изменим. Посмотрим, как это все поменяется. Если не поменяется, друзья, пойдем с вами еще на пляж. На пляже попробуем поменять игрушки. Возможно, там сегодня более лучший вариант будет. Так, смотрим. Итак, давайте-ка попробуем еще вот эту сову всезнайку. Вы смотрите, какое хорошее фото. Отлично. Оказывается, совы всезнайки тоже ничего не все сфотографированы. Ну что я скажу, даже одно животное — это уже большая удача. Так, она как насчет тебя, Гиббон? Мы тебя уже сфотографировали полностью или нет? Ну, не знаю, так ли, но тем не менее не помогло. Ну что, обновляем феромонами и переходим с вами к водопаду. Вот, здорово, обновили. Ага, вот, новые фото совы всезнайки. Давайте-ка попробуем. Вот, смотрите, как чудесно. Очень хорошо. Пока рано менять здесь игрушки. Пока вот эти игрушки мы оставим. Еще проверим вот эту совушку. Вот, смотрите, друзья, как здорово. Тоже 15 фото. Редкие животные. Все никак не получается нам его вычислить. Так, хорошо, друзья. Ну вот, давайте-ка тогда мы переходим с вами. Пока эти игрушки мы оставим. А перейдем к водопаду. Перейдем к водопаду, и здесь мы тоже немножко поменяем игрушки. Давайте-ка мы вот внесем изменения. Давайте-ка мы поменяем. Поменяем здесь. Вот так. Давайте-ка мы возьмем вот этот телепорт. Вот, здорово. И еще вот эту установку мы тоже поменяем. Вот, а на что мы ее поменяем? А давайте-ка поменяем на вот этот бассейн. Да. Здорово. Так, меняем другие игрушки. Так, давайте-ка мы урну поменяем на грушу. Вот, замечательно. Эту урну мы тоже поменяем на вот этот мяч. Отлично. Еще вот этот шар мы поменяем на что? На наушники. Вот так. Хорошо. Вот так как-то здорово, друзья, у нас получилось. Итак, готово. Обновляем феромоны. И посмотрим. Итак, друзья, если не будет изменений, значит, будем на сегодня уже прощаться. Сегодня очень хорошо прошла, друзья, фотосессия. Итак, да, здорово, друзья, попался у нас редкие животные. Кролик-весельчак. Очень приятно, очень трудно его вычислять. По всей игре, вот видите, какой уровень, а только 8-я фотография. Кроме того, еще, ага, ну, черепаха в доме оказалась у нас уже есть. Так, ну что, забавно, друзья. Пока других я животных не вижу. Разве еще вот эту газель давайте-ка мы попробуем. Ну вот так она оказалась, что есть. Ну вот, друзья, вот так очень здорово сегодня прошла фотосессия. Ну и, друзья, наверное, сегодня уже достаточно нам снимать. Будем заканчивать фотосессию. Вот проверим только вот эту красную панду. Вот, оказывается, она есть. Будем, друзья, заканчивать фотосессию. Вы смотрите, сколько редких животных к нам попало. Радужный хамелеон. Вот, смотрите, какое чудесное фото. Ну, карма-хамелеон мы уже закрыли. Карма-хамелеон уже у нас есть. А, как неудивительно, вот попал. Так, ну что, давайте-ка вот еще вот эту газельку я проверю. Как она своими рожками не пробивает шарик, только непонятно. Ну, как-то вот так. Итак, друзья, очень чудесно у нас сегодня прошла фотосессия. Очень много редких животных мы сфотографировали. Ну и, друзья, на этом сегодня будем прощаться. Итак, друзья, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите наши новые серии о приключениях Хэнка. И также не забудьте посмотреть приключения в плейлистах, другие серии Хэнка. Всем пока!